Итак, мы не зря построили мост. Он потом нас приведет. А, ну тут тоже мост есть. И, ух, мать его, женщина. Нам нужно вот это все собрать, а потом вернуться туда и еще отбить инкурсию между делом. И сделать это впятером. Пёсель, догоняй. Опять кто-то тормоз отряд в отряде. И инкурсия будет, наверное, идти на вот эту точку. Тут один доспех. The Star Seed 3, The Star Street, Star Seed 3. Тут, по-моему, что-то прикольное дают, да? Да, Star Seed Ring, он увеличивает вардинг. Такой себе. 300 chance against Tier 2 Star Seed Vent и Star Seed Vent. О, третий вариант. Atem the Climb the Top. Atem the Climb the Top. О, блин, боже, он не работает. А если провалим? Mystic take 8 damage for off 1 HP. И получает... Нет, это слишком. А второе дает Vent. Ну, хрен с ним. Будем брать кольцо. Других вариантов у нас нету. Варте до 3 поднимем. Поднимем, пусть будет, отражает атаки. Так, нам нужно успеть хотя бы несколько этих освободить несколько локаций, пока оно будет тупить. На самом деле можно перемещаться быстрее за счет того, что отправляет сначала первую часть отряда на скаут, when we fight, когда мы сражаемся. Если я не ошибаюсь, это что-то забавное тоже, when we fight. Я уже забыл, что дает эта штука, when we fight. Но... increase damage potency. Ну да. Я не помню, это постоянно или нет. Так, кто у нас теперь самый медленный? Самый бесполезный будет теперь Нея, да? Опен. А, она может, кстати, призывать огненного дурачка. Цыпленка огня. Так, не достает. И дальность не достает. Ага, все равно бесполезно. Так. А можно просто добежать вот сюда. Начнем с мага. Смотрим, что мы можем заинтерфузить. Вот эту штуку можем. Поки. Чурюм. И плюс ХП. Чурюм. Эй, это было нечестно. Интерфузия, надо было слепить его. А, мы не смогли. Ну, вот. А куда может дойти вот этот персонаж? А этот персонаж дойдет вот сюда. Ух ты, мы кого-то видим. Кого-то видим, кого-то... Ух ты, и там свинка, и тут свинка. Скип. Legacy Point. Нам, правда, их хоть жопой жуй, но мы не будем артефактный топор дарить. Быдыщ. Сейчас кто-то окажется на засранной земле. О, проклятый, проклятый. Я хотел сказать проклятый, а не то, что вы подумали. Так, засратая земля. Тоже не достает, но это достает теперь. А, давай Пия попробует... Что тут она может заинтерфузить? Вообще бесполезно. Что он, эта штука дает? А, огонь. Давайте попробуем. Сожжет. Жигла. 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 Так, ну тут... Тут будет не стопроцентный прострел. И тут вообще будет ужасный не прострел. 31. Да. Зато проломили эту штуку. Ладно, пока дойдем сюда, там подумаем. А можно просто все-таки повести волчика в другую сторону. Вот сюда. И постоять. Ну, гвардиан в любом случае включится. Так, но мы можем... Надо бы... Забываю, что маги могут просто сделать все, что нужно. Забываю, что сила магов просто невероятна. Просто невероятно. Открыть дверь. Даже так. 66, 93. Жех. Шо, не ожидали. Влетает тут наш этот расстрельщик. Ну что, время героизма. Просто станем тут. Оно убьется об кого-нибудь. Гвардиан. Так, песель. Двери. Сколько их тут? Один.
Крюсель все равно не достает, да? Но тут не достанет на зачарование. Но мы можем зачаровать стул, потом кто-то откроет дверь и применим потом на следующем ходу. Так, пёсель пусть догоняет. Оу. Оу. Ну ладно. Будет непросто. Пёсель. Пёсель. И тут накатали. Но вот эта штука сейчас долбанет. Ага. Но не очень. А, просто притянула. Так, ну что, покажи своего кролика. Fire Chicken. Дыдыщ, не ожидал. Не ожидал, да? Confusion, compulsion. Что это дает? Select the target. А нельзя, да? Interfuse. А так, сработает. И теперь огнем. Жих. Ну да, все-таки я хорошо сбалансил этого персонажа. Он один из новеньких. Я отлично знал, какие скиллы брать. Да. Да. И какие предметы, и какие трансформации. Бонус дамейдж. 6,3. Да неужели? С тем топором мы просто босса всех разогнем, да? Choose в Hispirit Secret. Эти. В Hispirit это шепот. Шепот, да? Секреты. Шипливые секреты. Герой становится необитаем. Герой пытается противостоять необитаемости. Все успешно. I can't hide it forever. Я не могу прятаться всегда, да? Окей. Надеюсь, что он не стал одиночкой. Ага, хорошо. Тут можно предмет подобрать. Кого-нибудь усилим. И потом нам нужно будет, наверное, скакать, защищать вот эту зону. Ну, будем надеяться, может, где-нибудь тут проклюнется. Но кто его знает. И у нас должно... О, потенси. Потенси. 8,3. Ну, шо, Пия. По-моему, ты стала архимагом убийств магии. Тебя уже, по-моему, никто ничем не остановит. Это просто... Просто монстр. Монстр. Так, что тут у нас за задание? Assault Morvaisk. Mean the gap. Mean the gap. Mean the gap. Да, мы это уже проходили несколько раз. Сейчас бы вспомнить, что это. Так, тут к нам может вступить... Begin battle, normal, the party fell at 3, the start with dismay, hit point. Третье. Не знаю, все ужасное. Никаких преимуществ. Тут моста не построишь. Раку. Так, так. Итак, у нас есть великий архимагистр, который может просто завалить эту хрень. Вот так. Как дитё наше. Хорошо. Так, где он накидал? 4, да? Теперь у нас есть мегалучник. Мегалучник просто может... да, печалька. Мегалучнику не хватит счастья. Так, пёсель. Пёсель бежит сюда. И разбивает лицо кабану. Дальше Макана разбивает другому пёселю. Такой гиене, гиене, назовем это гиена. Так, а что у нас? А, мы можем еще раз применить. Извините. Целых два. Степень магистрости этого персонажа просто невероятен. Проклят, не проклят, прошел и норм. Обходят, да, обходят аккуратненько. Так, можно открыть. А, нет, нельзя. Ну, тогда просто перейдем в невидимость. Все равно быстрый. Ждем. Веселя подтягиваем. Сюда тоже подтягиваем. Так, и магистр. Давай, давай, добредешь. Я знаю. Мы готовы войти в новую комнату. Ничего тогда, подготовились. Так, открывай. Ага, видим два. Инфуз, камфульсион. Почему не написано, что это дает? Компульсион. Не инфуз with enemy and force to move she... А, куда его переместить? Мы можем его перемещать, я понял. Все время забываю, что этот скилл дает. Так, 10-4.
со спины. Просто у жопу. Пыдыщ. Так, магистр. Тут нужен магистр. Магистр права этих волшебной магии. Это Great Conflict. Что дает Great Conflict? Он дает тряпочную смерть. Таким, как ты. То есть никаким. О, там еще толстячок есть. Выносим. О, еще и по толстячку попадем. Вообще круто. А попадем ли? А, нет, не попадем. Но мы можем включить героизм и найти точку, с которой эту штуку видно. Можем найти, нет? Нет, мы не можем откатить героизм. А как мы шли, что мы его видели? В какой точке мы его вообще увидели? Как? Мы проскочили сюда. Пошли. Ну, хоть одно. Мы его не можем видеть. Ну, это как-то несерьезно. Ладно, хрен с тобой. Тут ведро, ты не пройдешь. А, вот, может, отсюда теперь видеть. И отсюда может видеть. Все, теперь может видеть. Бочка ж не защищает. Полностью, да? Так, тут поставим бронь. Угу, просто накидал плохой земли. А, подтянул. Даже не знаю. Все, пока. Недолго. Так, Пёсель получит новый уровень. Посмотрим, что там ему предложат. Пёсель может здесь... все получают плюс один, если находятся в непосредственном контакте. Армор и Blade Sense позволяет наносить два удара в ход. Ну, конечно, только это. Так, это меч отстойный. Скорость 5,4. Вот то, что нам нужно. Угу. Ну и сейчас узнаем, в какую сторону пойдет это нападение. Это личное задание. Beating the host goodbye. Прощание. Чё-чё? Какой beating? Beating the host goodbye. По-моему, мы это задание... А, не, проходили когда-то. Grimblade. Что же мы получим? Оу, мы получим двуручный меч, который хилит при... сражение. Блин, ну, блин, звучит круто. Звучит очень круто. Но я хз. Я хз. Нам, наверное, не до этого. Скипаем. Забираем. Спит. Нет, нам не нужно понижение скорости. Нам нужно увеличение скорости. 4.1 будет. 1.7. Вот хоть немного защиты от магии надо. Гезы здесь, пока идем, заодно узнаем, что там 15-14. Не, наверное. Ну, блин, сейчас пойдем сюда и развернуться придется. Тут же нельзя. Да, покажите. А, не, вот они. То есть, в принципе, здесь можно, да? Сейчас мы здесь сразимся и сразу построим оборону. Отлично. То есть, все-таки это поле опасное. The Great One. А, The Great One — это большой монстр, который, ну, которого нужно, по-моему, победить. Но нас почему-то садят в клетки, когда мы его пытаемся победить, я не понимаю. Или что такое? Battle The Great One. 3 Legacy Point. Battle... Сражение с деревнями, а нам даст лес... Фу, да, монстра не будем трогать. Rescue an air by force. Да, ну, в общем, нас захватили и попросили кого-то убить. А мы можем просто побить морду тем, кто нас захватил. Насколько я правильно помню содержание этой миссии. Но нам нужно и с теми теперь сражаться. И у нас наш мах находится в захвате. Так. Если мы пройдем вот сюда. Сделаем вот так. Ну, шутерочка с вилами. Готова получить? Что-то пошло не так в этой системе. Так, тут мы можем раздать вот этому товарищу. Отлично. И мы можем раздать вот этой. Вот этим двум тянкам. Тянка 100, тянка 100. Не знаю, какой будет лучше для прострела. Без разницы. 89, 91. Нет, все-таки разница есть. Ну, мы могли, в принципе, нанести удар, и сразу бы оно отошло в тот свет. Вот я не помню, как эту штуку можно победить новичками, я не очень помню. Ага, поджегся. Получил? Получил. Так, волку надо каунты набивать. Пшух.
Жмяк. Селяне. Типичные. Захватили нашего героя. 14 хилсов, 11 хилсов, 10 хилсов. Вот 10, тут самый слабый. Плащ. Спасибо. Так. Тут нужно сначала построить вот такую штуку, чтобы оборону включить. Но мы в любом случае оборону тут проведем. Построим деревню. Вардинг 4, 5 и 3. 2 и 5. Да, нужно вардинг сюда. Все, начинаем готовиться к защите. Тир 3 ставим. И поехали. Раз тир. Ага. Ослабить. Сейчас пойдет 2 тир. И может быть успеем третий. Третий успеем, успеем, успеем. Ну ладно, хрен с ним. Все, бой. Тут нужно убить всех вторженцев. Пия, Take Fight, Church. Ну, то, что лучше даст бонус, то и используем. Вот. Damage Start, Stun Chance Double. Ну, в общем, воюй, нападай, отбивай. Смотрим. Раз, два. Я вижу четверых. Где остальные собрались? Где остальные? Ага, понятно, на другой стороне карты. Кто у нас тут есть? У нас тут есть Макана и два воина, да, получается? И один дровосек. А тут практически все, да? И, значит, кто у нас тут шустряк? У нас вот кто шустряк. Кто шустряк, тот и пойдет сюда. Так, можно просто доводить до сюда. Тут мы в ба... этом... как его? Тут два мага просто, которые могут развалять всем, кому только можно. Так, слабый маг может пойти, в принципе, с лучником, а сильный маг пойдет с крестьянином. Так, сильный маг, я. Иди сюда. Так, пёсель может пойти с этой. Ага. Да, еще и враги имеют заниженную штуку. Постоянно тут, прострела не будет. А ты идешь за пёселем. Еще и оборону ему дашь. Так, а ты просто идешь вниз и наваливаешь всем, кому можешь. Всех, кого встретишь, просто... Получается, что нашу армию разделили, да? Ага, вот внизу двое. Ну, что ж поделаешь. Капец вам, ребята. Да даже трое. Да даже четверо. Ну-ну. Ох, эта штука плохая. Так, мы идем сюда. Просто наваливаем, да, получается? Нет, неправильный ход. Мы идем вот сюда. Включаем героизм. Бьем. Раз. Бьем. Два. Пиним второго. Так, на нас не попало? Блин, на нас попало. Грязь. Так, сюда идем. Девяносто пять. Сделаем все-таки небольшой ретрит. У нас есть такая штука второго уровня. Мы сейчас можем сделать выстрел луком, да? Тут не дойдет? Не дойдет. Угу. Значит, станем вот так, чтобы была оборона. И наваляем волку. Было бы прикольно, если бы сработал второй ход. Так, открываем дверь. Выходим. Время творить великую магию. Ну да, они все туда, в ту сторону отошли. Из-за того, что там было видно, да? Open door. Так, отсюда мы можем хоть кого-то? Да, можем. У нас же дальность просто меткого стрелка. Шмяк. Жесть, просто жесть. Так, ну, я даже не знаю. Тут просто вот эти двое, они развалят всех, кого только можно. Тут не упали эти остальные персонажи. Этих нужно куда-то вверх всех посылать. Они не помогут никак. О, боже, мы нам... А, еще респаун есть. Блокт. Угу, порезали два этих. Плюс у нас пришло два дополнительных юнита. Так, ну, снизу, наверное, да, идет? А мы сейчас просто сделаем вот так. И посмотрим, видно что-то? Нет, ни хрена не видно, просто стоим. Ага, добегит, добегит. Ага, и сразу видит ракуна наверху.
Ну, значит, нам нужно идти в эту сторону, и там Пия может магией навалять. Так, смотрим, может, тут видно? Да, тут видно. Я так и думал, тут какая-нибудь свинья подставлена. Так, сюда. Пока непонятно. А, блин, можно было бы дойти сюда. Просто прячься. Мирный... Дрель нам еще пригодится. Дрель. Так, там есть что-то рядышком, что можно заколдовать? Да, можно. Не боись, песель, мы прикроем тебя. А, сорян, что-то не вышло. Так, ну... Эй, там, вдали, за рекой, как дела? Супер выстрел, вообще великолепно. Так, станем оборонку, сделаем вот так. О боже, 2 вреда нанес. Так, ну тут ушел. Но еще респауны работают, да, получается? Ага, вот. Так, подтягиваем героя вот сюда. Ну, во-первых, мы можем сделать интерфуз. Убить вот этого крутого. Бжик. Ага, этот увернулся все-таки. Так, а песель догонит? Где песель? Да, песель должен. Еще диагональный удар со 100% шансом. Угу, супер. А вот так вот мы отбили свою первую и, наверное, последнюю инкурсию в этой кампании. Просто как новичков, просто раскатали. Маунтейн, тут не пройти никак, да? Угу. А, ну да, мы, конечно же, не можем, потому пока не пройдем тот квадрат. Нет. А что там? Spur of Moment. Мы его уже делали тоже. Ну, блин, там артефактный двуруч. А кому он может достаться? Маскана Сноу. Получает... Волшебный артефакт. Ну, блин, это отвлечение от основной миссии. Тут как бы не до этого. Тут прям вот получается не очень удобно. Походу нам придется отбивать еще вторую. Вот тут видно, что может отбить тир 2. 25% защиты. Потом вернемся. А где, кстати, эти задания? Не очень еще понятно где. Ну, не знаю, в общем. Они вроде как сделали эти миссии дополнительные, чисто героев посвященные на их усиление. Но... Salvage of Sight. Коллектив. Но есть одна проблема. Это игра на время. И получается, что ты не можешь ничего сделать. Партия Салгор. Victory leads a new name. Remember is by... People return ruin, given the village banner sank. Возвращая. Давая. Да, забираем. Руины. Руины так руины. Оу, тут другой тип противника. Но он не усиленный, так что... Как бы... Ну, Шонея. Покажешь, что ты можешь... Сможешь их всех раскатать? Нет, не сможет. Песель не добежит, Маскана не добежит, а лучник вполне. Еще и позиция хорошая будет. Шмяк. То есть вред настолько сильный, что... Так, тут просто стоим. И тут просто... Просто вот так. Стоим. И магия где-нибудь здесь. Ну, тут их много противников должно быть. Мы убили только 2. Открыть. Еге. Дойдет. Ну чё, топор тир 3. Как оно, как на вкус топор тир 3? Так, давай тут. Я помню, там какая-то гадость вечно прячется за воротами. Дострелит? Нет, не дострелит. Ну, подойдет тогда и... Мы можем организовать Bon Vol. Но такое себе. Станем вот тут. Лучник идет сюда. Угу. Пусть нырнет в невидимость. Ага, ну да, они там оборону устроили себе. Круто, тенюшка. Инфуз можем?
Да, можем. Что мы куда достаем? Никуда не достаем. Можем ворота немного побить. И то не сработает. Просто ждем. Open door. Open door. И бежим сюда. Потом попробуем, если тут никого нету, обежать незаметненько. Угу, да, там одни стрелки собрались. В общем, ну да, волк тут разберется. То есть тут еще двое все-таки. И тут еще один. Норм так, норм механизмов. Как они стали. Сможем ли мы сделать вред двум? Блин, не можем. Так. А вот тут можем вред трем. Ну давай. Ух, вот это по-царски. Абсолютно. Это просто было супер магическое решение. Так, получай и распишись. Welcome. Так, можно бахнуть. Это кто у нас? А, стрелок. А, значит, мы отсюда даже достреливать должны, по-моему. Эй, а как я так походил? Я что, лишнее поле загреб? Вот сюда. Да, я промазал. Но тут только желтые. Ну, может и не нужно. Лучник, может, уже и не нужен. Да, лучник не нужен. А вот Магана снова получает новый уровень. И какой скилл ей дадут? Battle Dance. After hitting with a non-swift melee, Magana still has action left. She can up to health speed for free action. Ух ты. Что-то такое нереальное. Так, сделаем. Угу. Угу. Heal stun chance. 7. Это будет прям 44. 22, 34, 22, 44. Ну это, блин, нехило. Просто накидывание звездецко сильное. Так, давай уже докопаем вот тут. Потом развалим вот ту базу. И уже наваляем врагу по самое, не хочу, по самые гланды, как говорится. По самые гланды. Ух ты, спит. Макане против... Что потеряет стан ченс? Спит 5,8. 5,5. Кесси будет и двигаться быстрее всех, и стрелять. Не, нужно Нэй. Лучше, чтобы она доставала. То у нее вечно с этим проблема. Не может всех достать. Но, конечно, в прошлом бою вот этот разлом был прямо такой. Что-то из разряда. Пыдыщ, это было мощно. Into the woods, into the woods, into the woods, into the woods. В двух частях. Это будет видео в двух частях, я понял. Так, three herswood. Stand the fight, fight the forest guardian. Flee without incident. Нет, ну что мы, дрова не должны оставить. Forget the wood. Забудьте про лес. Да нет, мы пришли за дровами, и дрова на нас напали. И мы не позволим дровам на нас нападать без нашего разрешения. Нельзя нас угнетать настолько. Так, кто догонит эту пляшку? Я знаю, кто. А чё со скоростью? Чуваки. Ну ладно. Ладно, забираем огненную. Нахрена нам, правда, столько Legacy поинтов? Вообще непонятно. И прощай. Achievement Allocant. Call 4. Соберите 4 элемента. Так, лучник. Давай и для страховки героизма накатим. Ну, даже не понадобился. Там, кстати, тоже можно было героизм применить. Жалко, что Макана уже потолковый персонаж. И, кстати, недостаток игры. Раньше этого не было. И что это значит? Объясню, что это значит. Это значит, что герои, которые прокачаны были раньше этого патча, не могут получить вот эти продвинутые скиллы больше. Они просто максимум вот два уровня прокачиваются, и все. В общем, это спорное решение. В общем, баланс старых героев уже не такой хороший, как новых. Вот как-то так. Побежали. Скорость 1. Вон Кесси, скорость 3,2 вообще. То есть ее можно просто отправить саму исследовать, она все сама сделает, пока остальные будут ползти. 39 этих штук. Так, тут какой-то
особый ассаут. Сила, мощность 9, да нереально, да. The Life Forge, Stealth и Intimidation. Не знаю, что такое Intimidation, но звучит лучше, чем Stealth. Stealth нам не нужен. Мы пришли наваливать, а не вот это все. Да, вот Damage. Ух ты! Стагрон. Гаргон, Стагрон. Так, Нея входит. Делает Open Door. Делает инфуз. Нет, сначала делает инфуз тот, кто шарит в инфузе, а не вот эти все мелкие девочки. Так. Если я не ошибаюсь, тут будет более продвинутый инфуз. И вот эту штуку, да, развалим. Угу. Окей. Хорошо. Теперь нам нужно дойти сюда и набахать героизма. Сюда. Блин, жалко, станчант не срабатывает. Вот этот. О, сработал. Ну, еще разок можно? Просто. Два персонажа вошли, и все. И просто все развалили. Просто. Всех. Абсолютно. Песель. Гоу. То есть, враги не успели. Это мой только первый ход. А эти персонажи уже влетели. Уже влетели, всех забили. Вообще молодцы. Угу. Так, там кто-то идет. Мы, кстати, и отсюда достреливаем, да? А до туда не достреливаем. Ну, чё, далеко ходить? Ух ты, а теперь и до туда достреливаем. Нет, не достреливаем. Ух ты, а Слипволкер теперь... А, нет, не стал дальше. Так, не дойдет, но может встать в гвардия. А тот тоже не дойдет. Вот так и будем стоять. А, Нея. Open the door. Open the door. Там должен быть великий скакун где-то. И инфуз. Инфуз. Вот этой штукой попробуем. Конечно, кончилось. А если мы нажмем... Даже не знаю. Так, но походу, что опасный враг будет либо там, либо там. Но мы не знаем, где точно. И в этом может быть небольшая проблема. Давай подгоним главного героя вот сюда поставим. Посмотрим, кто идет откуда. Угу. С этой стороны идет вот эта штука. Плюнул. Все, не получилось, да? И тут не получилось, да? Вот так вот. Не ожидали? Так, 14. Атака. Ну, лови. Все. Все. И это все, что вы можете прошить в наших архимагов. Ничего вы не можете, Джон Сноу. Так, отсюда с какой-то стороны будет видна двойная тыловая атака. Ни хрена, ни с какой стороны тыловой атаки тут не сработает. Что, время наяривать. Стант плюс 3. Выдыщ. Так, можно вернуть нормальную камеру. Есть какая-то волшебная кнопка для нормальной камеры. Так. Идем сюда, готовимся открывать дверь и потом просто из лука расстреливаем того монстра, который там. Тоже топаем все сюда. Мы знаем уже, где он. Героизм включим, если вдруг там понадобится. Включить героизм вообще не проблема. Так, open door. Где ты там, коня? Коняка будущего. Что, не пробиваем все-таки? А ну давай вот так. Дыщ. Дадим магу слово. Дадим. Ух ты. Ну мы еще себя повредим. Нет. Нет. Поигрались и хватит. Там лучники все сделают за вас. Да, хреново. Что-то пошло не так. Так, если включить героизм, то мы можем встать максимум вот здесь. Включить гвардиана. Так, ну... А, там их еще двое. Ну, окей. Блин, ну мы просто своих всех угробим, да? Насколько сильно? Очень сильно. У Неи как что-то с магией прям... Ух ты, мать его, женщина! Вот это, конечно... Это было круто. Ну шо, Нея? Твой ход. Входим. Давай. Дыщ, пинет всех вокруг. Ничего так получили, да? Не ждали. Так, а тут есть что заколдовать? Давайте попробуем встать с этой стороны. А, мы не можем, пока не отколдуемся. Ух, ничего себе дальность.
Ну и теперь, конечно же, не хватит на это. Давайте лучше посмотрим, может... А, нет, не достанет тоже. Черт. Но они там в любом случае впинут, так что не сдвинутся. А Макана может нормальненько отбивать. Так, попробуем заинфузить вот это. Не, не хватает хода. Ноль, серьезно. Так, ну шо. Пошла раздача. Ну тут, конечно, вышла непростенькая игра. Тут прям вот напряглись все, прям так сильно напряглись. Сколько опыта даст? По десяточке. Ну шо, Пёсель взял четвертую звезду. Реакция на страйк. Количество реакций в ход 4, паладин. Если Блейди заканчивает ход, он автоматически переходит в Гуардиана. Ну и возможность лечить плюс 30% хилсов. Хардинес, это не хил. Да. Варден плюс 2, нет, до свидания. Почему нет? Потому что это занимает одну руку, и нужно будет ходить с вардом. А варды в наше время не то, с чем можно ходить. Это мы еще наваляли главной башенки. Финзеитен. Все пофигу, 42 пункта. Да мы можем вообще все каламнити сбрасывать. Это было наше последнее. Мы еще можем, конечно, добрать на одиночных миссиях. Что это? 52, 67, 59. Нужно-то кому-то, кому цифры пересечет. Ну, то есть, получается, что только Кейси. Все. Идем, разваливаем. Тут понты уже идти. Пока там полкарты найдем, миссии всякие. Ну его нафиг. Ну его нафиг, мы и так справимся. Мы и так все сделаем. Финал preparation. Мы получили ресурсы. И давай смотреть. У нас есть Пия, которым нужен очень... Так, что это даст? Плюс армор, а это даст плюс spell damage. Да. Плюс Пия нужно сразу же сделать нормальный посох. Угу. У нас есть два топовых посоха. А тут уже ничего не сделаешь, да, получается? Тут уже сделано. Тут тоже не сделаешь. Большой топор артефактный. Он уникальный. А что по одежде? По одежде можно более бронированную, но потеря скорости, да, получается. А тут мы можем что? Ну, повысить армор. Тут и так крутой костюм. О, просто у Неи повысим армор. Но больше мы ничего толком и не сделаем, получается. У нас и так потолок. В общем, пойдешь в армированном доспехе. А что у нас тут? Может, мы тут можем что-то сделать? Ну, блин, это скорость порежет. Нет, 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 нет. Лучше тут ничего не теряем, тут только получаем. В общем, что-то мы собирали-собирали, но что-то спелтхрит не посчитали. И вот в игре не хватает конвертации. Серьезно, не хватает конвертации ресурсов в ресурсов. Все, финальный битвы, лайффорж, что-то там кого-то убить. Храбрость или стоицизм? Оборона... Храбрость, конечно. Храбрость всегда... Мы это... Да, плюс вред. Кто финальный босс? Аргаргон и все. Такое себе, такое. Мы таких аргаргонов просто аргаргоним. Так, он довольно сильный. Угу. А, это миссия, кстати, которая глючила. Сейчас мы посмотрим, как она теперь работает. Ну что? Да, они пробили с первого раза даже. Нужно ломать вот эти факела, чтобы ослабить противника. Для этого нужно как-то туда добраться. Но туда хрен доберешься. Ну, в общем, противник будет очень сильный, пока мы не разрушим вот эти штуки. Заодно посмотрим, глючит ли игра или нет. Так, это разносим тоже. О, даже так. А мы можем все-таки атаковать его? Нет, не можем. Очень много хп, видите? Прям нереально много. И надо отправить пёселя на разнос. Сейчас с другой стороны будет видно еще противника. Так, Макана. Она все равно... Она вот тут может встать. И эта тварь не пройдет. А с другой стороны у нас есть Нея. Нея.
которая просто может сделать бах. Хитро, но нет. Ломать. Ломать, пёсель. Так, тут не пройти, но пёсель пойдет направо. Потому что Нея пойдет налево. Нея вместе с Маканой. Макана туда же. Так, пёсель и архимах направо. А лучнику просто туда, куда ближе, да? Там такая скорость, что прям... Так. Open door. И входим. Ага, видим монстра. И второго. Интерфузим. Интерфузим 5-10. Тут сильнее будет. Эта штука сможет... у нее ход кончился. Угу. Хорошо. Вот так. Угу. Но эту штуку мы можем убить, а то нет. Так, там, по-моему, Нея стала не в лучшую позу. И это не очень радует. Так, но у нас можно перекрыть с вот этой стороны. Либо бахнуть героизм и просто подойти и навалять. Они будут непрерывно спауниться, пока не будет уничтожен алтарь. Но мы можем сделать интерфуз вот эту штуку. И заодно... вот это, да, оно... И прям вот так вот. Дудущ! Надо было сдвинуть немножко левее атаку и ударить по алтарю. Угу, хорошо. Пёсель достает? Нет, пёсель не достает. Ну, значит, лучник достает. Вот так. Вот так. Все. Это очень важно, эту штуку было снести. Так, хорошо. Вот так. Не ожидал? Не ожидал, да? Не ожидал? Хорошо, когда персонажи быстро ходят и имеют в окончании хода возможность этого, как его, что-то сделать. Так, тут мы поставим так, а этот персонаж просто идет. Нам алтарь нужно разнести, вместе с пёселем займётесь. А этот фидыщ, поки-доки. Вот тут понадобится героизм, кстати. Ага, вот они, заспаунились и будут идти с той стороны. А тут мы врубим героизм, подойдем сюда. И бабах алтарь. Бабах алтарь. Нету больше алтаря. И тут не будет сейчас алтаря. Угу. И это в целом должно снизить их как силу атаки. Так, сюда, просто сюда. Там где-то... А, вот, кстати, противник. Мы что-то не обратили внимания. Вон тень от него падает. Это с той стороны? Да, это с той стороны. Вот, отлично. А, еще и так вот. Ну, давай, давай, подходи. Че, не ожидал? Ноль дамейдж. Силен. Так, а мы не можем выстрелить, да? Так, как бы нам так стать, чтоб... Че мы не можем? А, нас запинили. Это было круто. А, что у нас тут? Ведро. И стол, 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 стол. Даже так. Ладно, придется отойти. Ну, уже меньше хп, но все равно достаточно много. Так, интерфуз. Эта штука его должна просто развалить. Угу. Так и есть. Угу. А что нам остается? Только ломать столы. Ладно, делаем, собственно, вот так. И вот так. Блин. А зачем мы вообще ходили? Да, чтоб встать в эту штуку. Гвардиан. И почухал по чуть-чуть. Главному боссу. Угу. Хорошо. А пока ставим, пока не делаем ничего. Так, может уже волк открыть? Да, может открыть и идти сюда. Все, в общем, бегим к вот тем штуке. А героя ставим подальше. Напоминает этот... Нарды. Когда вы просто располагаете героев таким образом, чтобы они вмещались все в нужной точечке. Что-то есть от нардов, но не понимаю, что. Видите, тут их можно не обязательно уничтожать, на самом деле. Так. Да. Нею сюда.
Затем лучника в инвиз. Лучник и так сможет быстро пройти. А тут самое медленное это Архимаг. И ей очень неплохо бы избавиться от чар лишних. Ну все, следующим ходом входим. Ну да, за нами еще гонится дерево. Так, Нея, open. Отлично. Ух, мать его, женщина, посмотрите, какой он страшный. А его можно сбоку бахнуть? Угу. Смотрите, сколько будет вреда, да? А, хорошо, что мы можем заковать? Попробуем фонарем, да? Дискурс. И это должно... Ух. Нет, а нельзя отменить? Ладно. Ну, или вот так. Собственно, и это финал миссии. Собственно, печь разрушена. Вы выиграли очков 134 за то, что вы фигнёй маялись. А потом отдельные истории в виде комиксов о том, что произошло. Кого из героев вы добавляете в свой этот? А, они уже все там. И смотрим, кого возвысить. Мы хотели возвысить Пию до следующего уровня. Да, мисс Миф Волкера. Все. Вот так вот. Как-то так. Всем спасибо, кто смотрел. И кто не смотрел, тоже всем спасибо. А почему они... Это, не, раньше при нажатии хотфиксов они пропадали. Если вам понравилось то, как я быстро проматываю комиксы, ставьте лайки и просите еще таких видосиков.